наші результати проблемних питань. Сьогодні є сьогодні, але в заявці на зустріч було сказано, що ви також хочете поспілкуватися з Едуардом Григоровичем Шевчуком. Теж присутні на вашу вимогу і бажання. Тож, зрештою, якщо всі готові до початку діалогу, я маю надію, він не буде, буде в нас в спокійному порядку проходити, можемо почати. Нема запитання? У нас документи подали. Сьогодні ровно 14.00 було засідання ГАСКа комісії, дом зданий в експлуатацію сьогодні. Это я гарантирую, сертификат выдаются там в течение 5 дней, там, не знаю, как там по закону, не помню. 10 рабочих дней. Сейчас там выдается доверенность, и ну, доверенность, обыкновенная форма доверенности, дается и получается сертификат. А есть какие-то подтверждающие документы, передача документов? Ну вот когда вы увидите сертификат, сегодняшнее число будет стоять там. Вот единственное, что я могу гарантировать, что действительно дом дан будет эксплуатацию. Ну, то есть ну, как, какие? Но есть протокол заседания есть управления. Есть входящий номер какой-то по приемке документов. Ну, наверное, есть какие-то, да, нет? Ну, сейчас будем искать. Ну, как вы просто так передаете документы? Мы сегодня... Давайте сейчас мы не слышали. Дом сдан в эксплуатацию. Дом сдан сегодня в эксплуатацию. Или в скринку. Они не ставят отметки. Это так делает Державный департамент. Министерство юстиции, в общем, подойдите, попробуйте сдать там все. Однозначно его сдали в эксплуатацию, поэтому ну зачем мы сейчас будем говорить о чем? Ну смысл мне сейчас спрашивать. То, что вы вышли на день и пришли через день, ну смысла нет. Я говорил, что мы до 10-го подойдем, подали. Про, они там промурыжили, то все, вот сегодня было не заседание. Думал, мы еще в четверг там звонили за редакцией, я так понял. Я говорил, что в четверг. Принесли на сегодня, но не набирают как бы документов. Сегодня 2 часа, даже мне подтвердили. Позвонили, я говорю, пожалуйста, мне собираются люди, подтвердите. Мне позвонили, подтвердили, ну, сдан в эксплуатацию. То есть протокол вписан, есть протокол заседания управления, вписан в эксплуатацию. То есть есть не сертификат, или как он там сейчас называется, по закону как-то быть. Сертификат. Вот. Какие требования рыбхоза? Ну, никаких. Все, что надо, мы с ним выполнили все требования. Единственное, сейчас у них требования... К нам это то, чтобы мы взяли на баланс, но я думаю, я врать не хочу, потому что вы все равно как бы это узнаете, вот эту перекачивающуюся канализационную станцию. Мы на себя на баланс не можем взять, мы договорились об этом с эксплуатирующей организацией, которая будет эксплуатировать ваши дома, они примут ее на баланс и будут обслуживать. Она обслуживает всю группу домов, которые находятся на улице Обухов. Вы хотите, да, если я говорю, что как-то план хотел дальше? Между домами? Да. Вот, это единственный вопрос, который хочет сейчас задает. А, вот, подключена канализация, в чем проблема? Вот, это единственный вопрос, что они там ее обслуживают, они попросили взять на баланс. Ну, берем, берем, мы на баланс, это будет она обслуживать. То есть они подписали все документы? Я не могу. Да, зачем она мне? Зачем? Зачем полный? У них что, есть канализационщик? Это ЖЭК возьмет и будет обслуживать. Он должен, обязан это обслуживать, будет обслуживать. Обычно все эти перекачивающие станции обслуживают водоканал. В данном эксклюзивном случае, это вот эта улица Обуховская, она была на балансе этого государственного предприятия Института рыбхоза. Так как они не могут ее использовать, она им не нужна, а мы ее используем для обеспечения стока ваших домов, мы навязываем, передаем эксплуатирующей организации. А почему не Киеводоканал? Они не хотят ее брать. А же вопрос. Ну, у него выхода нет. Не просим его, он не будет отказать. Мы не будем это платить? Ну, за что? Мы за канализацию как платили? Ну, ЖЭК, а ЖЭК мы же не будем. Не, вы и так платите за воду. Когда вы платите за куб воды, которую вы потребляете, вы сразу платите и за сток. Я правильно понимаю, что в дальнейшем это нам грозит проблемами с отсутствием прямых договоров с Киеводоканалом, так как это оборудование не находится на балансе? Вот, неправильно вы понимаете проблемы. Никаких вопросов с прямых договоров не грозит. Все дома, которые... А заключены договора? Слышали по тем домам, что были проблемы с заключением прямых договоров. Вот, ну, это было связано с Киеводоканалом. 2 недели назад
жители обратились в антимонопольный комитет. Было заседание антимонопольного комитета. Вот. Там все эти вопросы решены. На сегодняшний день вопросы водоканалом сняты. И идет процесс заключения договора. Ну, водоканал занимался нехорошими делами. То есть, требовали то, что не должны требовать. Ну, антимонопольный комитет решил этот вопрос в пользу жителей этих домов, и теперь вопросы все сняты. У вас, насколько я понимаю, должно быть автор разграничения этих коммуникаций между и водоканалом, и вам, либо ЖЭКом. ЖЭКом, конечно. Конечно. Ну, все внутриплощадочные. То, что находится, я знаю, то, что находится у вас в доме, это ЖЭК. Все, что за домом, это не ЖЭК. Все, что за домом, это... Ну, есть определенный акт, где будет установлено, вот это какие водоканалы, где труба, с этого момента там будет идти уже да. там ЖЭК да. труба, правильно? Да. Есть какая-то согласованность по этим вопросам у вас с водоканалом? Ну как, это рабочие вопросы, когда мы будем сейчас им передавать сети, там, водоканалы, город. Мы все эти, даже те, что мы наружно сделали, мы же делаем много наружных сетей. Те сети мы передаем городу, потому что водоканал же не имеет права принимать это. Но это делается через водоканал. Вот. Когда мы будем делать это, там будет разграничение, так или там разграничиваются эти сети. Некоторыми сетями непосредственно владеете вы, как с пивмешком, с многоповерховой будинки, а некоторым будет владеет город. И тогда будут разграничения эти делать. Ну, как правило, если попросить сказать, до первого колодца это считается дом. Вот. Потом это пошли уже поза майданчика. Ну, да. Первый колодец, это вот перед подъездом, вот колодец, где заходит к вам канализация, вот это до первого колодца, это ваш. После первого колодца это передается в город. Ну, это все правильно, делается акт выживания. Я думаю, что это будет сделано, ну, через полгода обычно это получается. Это сессия заседания, ну, там, комиссия, там. До момента передачи городу сети обслуживаются, мы заключаем договора. Тем же водоканалом, я подключил договор мероприятия. Они не были бесхозные до момента передачи. Платим за это деньги, вот, за это техническое обслуживание. И если какие-то проблемы, порывы там, и так далее и тому подобное, они выезжают, ну, работают, собственно, везде. Так, третий вопрос. Когда ЖЭК примет дом? Ну, дом уже в процессе передачи ЖЭК. В процессе. Ну, я думаю, к моменту, когда будет выполняться четвертый вопрос, срок захода на ремонт состоит, может состоять из двух частей. То есть первая часть. Вы зайдете на ремонт, когда будете владеть своей квартирой. То есть у вас будет свидетельство на право властности. Вот. Свидетельство на право властности вы получите после того, когда вот сегодня мы сдали будинок в эксплуатацию. После этого будет получен почтовый адрес, после этого будет сделаны вам техпаспорта, после этого, согласно техпаспортов, к вам будут обращаться наши экономисты для окончательных расчетов с холдингом, то есть кому будут возвращать деньги, кто-то будет доплачивать по факту обмеров площади. Вот. После этого вы получите свидетельство на право властности, когда получите справку о полной оплате. И согласно этой справке вы можете заходить в свое жилье, то есть свидетельство на право властности, и делать после ремонт. После этого будет новый год и начало отопительного сезона, и мы опять... Вот это я сказал, это первый путь решения вопроса. Есть второй. Есть второй путь. Второй путь, так как мы понимаем, что мы задержали сдачу там, дома в эксплуатацию, для того, чтобы остаться в нормальных с вами отношениях, потому что вы наши инвесторы. Благодаря вам мы работаем, строим дома, а вы получаете свое жилье. Значит, в виде исключения мы будем с вами как-то стараться произвести в зависимости от расчета, будем проверять по бухгалтерии, если вы более-менее не должны холдингу, а окончательный расчет это будет незначительно, но мы будем по примерно. Значит, вы будете заключать временные договора, да, там, с эксплуатирующей организацией, так как вы еще не являетесь полным владельцем квартиры, вы полным можете являться, когда получите свидетельство на право властности. Будете заключать временный договор на обслуживание своей квартиры, будете заходить
я уже полгода переплачиваю за съемную квартиру, живу. Поймите меня, почему я вас понимаю. Я вас очень понимаю, поэтому я как бы хочу вам помочь. Я думаю, когда там окончательно подойдите, к концу июня вы сможете заходить в В июне, да? В конце июня вы сможете заходить. Часа с 20-го, я думаю, мы сможем. Ну, уже так и говорили, как после раз. А по первому варианту? Июнь месяц. А по первому варианту, ну, думаю, где-то к сентябрю. Или конец сентября. Ну, если так реально смотреть. Когда вы оплатите, по первому варианту. Это мы не даем на выбор два варианта. Я в зависимости, как мы пойдем, если вы пойдете с пониманием к нам, я тоже пойду на понимание. Нет, я фактически я рискую вот это, что я делаю. Понимаю, и просто в любом случае на себя берет ответственность. Мы вам будем давать электроэнергию, мы будем терять на этом, потому что мы будем платить по промышленной схеме, а вы будете нам компенсировать по, ну, по вашему тарифу. То есть, да, то есть, но в любом случае. Если я разрушу, ну, если я обещаю, ну, коллеги, ну, конечно, как? Я хочу по второму варианту. У меня... Они мы не выбираем. То есть мы просто, я говорю, вот если мы будем разговаривать нормально, мы идем все, вот тут выбирается. Я, конечно, чувствую виноватым перед вами, иду вам на уступку. Ну вот одну квартиру мы купили после Нового года. То есть замеры Б3 уже есть. И мы готовы дальше как. Вот не задавать лишних вопросов. Вот спокойно. Я говорю, ну не задавайте лишних вопросов, все будет так, вот как я говорю. Я вам. Ну, в любом случае, мы должны пойти по первому варианту. То есть вы можете нас запустить, например, раньше на ремонт, но в любом случае вот это как бы адрес, паспорт и все прочее, это только после этого можем себя чувствовать 100% как бы владельцами квартиры, соответственно, нет, конечно, и это произойдет только в сентябре месяце, правильно? Вы будете чувствовать по первому варианту, озвучить. Да. А второй вариант, это учитывая то, что выходя из сложившейся ситуации и понимая, что все-таки вы должны уже Новый год встречать. Но мы должны были Новый год встречать уже. Ну давайте говорим о сегодняшней ситуации, как есть. Потому надо обеспечить вам возможность сделать быстрее ремонт. Что мы, ну, пока первый вариант будет идти своим чередом, второй вариант мы просто не видно желание обеспечить, потому что я, допустим, живу рядом возле стройки, я какого-то особого движения, извините, я прихожу вечером, я вижу по 30 человек на третьей очереди. А возле своих домов, где лежит, как вас зовут? Где, Александр, где лежит плитка, и никто Александр, не шевелится. Александр, на ваших домах нечего уже делать. Я понимаю, сняли двери, они уже сколько сняты. Я говорю, на ваших домах нечего уже делать. Дома готовы. Скажите, проверяли отопление, запускали давление? Конечно. Ну, если мы так будем говорить, ну, это вы это сам. Я, конечно, проверяли. Ну, только что не проверяли? Потому что говорят о другом. Ну так наговорят, на Подмосковье кур дают, понятно. А что это правда? Или ну что? Да, только по факту почему-то... Я говорю, это ты. Ну давайте, ну пожалуйста, я сижу с температурой, честно говорю. Скажите, пожалуйста, а как будут подаваться документы на адрес? На адрес документы будут подаваться... Сертификат будет, и я думаю, в конце недели. Это? Да. Нету выбора. То есть мы идем, я все равно вижу, я понимаю, что всем нужно помочь. Варианты инвестора. Что потребно для того работать? Ничего. Ну как не ну, просто относиться с пониманием, не мешать, так сказать, делать, чтобы у вас. Поверьте, я на себя беру колоссальную ответственность, запуская в вашей квартире не хозяев. Ну, вы даже не представляете, сколько я имею. Записывать или как бы, ну примерно будем проверять это по бухгалтерии, действительно вашу квартиру будет в произвольной фирме в форме, то есть акт ремонт-передачи. Вы осмотрите свою квартиру и говорите, совсем согласен, окно разбито, там то-то сделано, вот тут там стяжка с трещиной. Пишите ему и даете под роспись, желательно в двух экземплярах, чтобы он поставил этот обученный человек свою роспись, чтобы это было для меня, чтобы я оценил качество его работы. Вы понимаете, да? Он исправляет эти все недоделки. Дается, ну сколько там, в зависимости, что там не так. Он, вы говорите, окей, все, подписывайте этот бумаг, что претензий не имеет. Потому что вы завтра зайдете, разобьете свое окно, все, претензий не имеет.
Все, заключили, ну это все параллельно делать. Заключайте временный договор с ЖЭКом, зафиксировали показания электрического счетчика. Все, заходите, пожалуйста, делайте. Там включим один лифт, ну все лифты не будем включать, будете ним пользоваться для вас. Это все будет после 20 июня. Я ж не шучу, все вы уедете садить огороды, я тоже. И потом, как только соберемся, после этого... Все рабочие лифты? Ну как, ты чужонера, 8 новые чужонера не рабочие. Мне цены подключены, полностью будут работать. Не слушайте, что говорят на улице, ну пожалуйста. Ну, все лифты рабочие, везде, и в соседних домах тоже. Если ЖЭК потом уже руководит и говорит, вот этот отключить и пытается на этом экономить, то это проблемы ЖЭКа, ну нет, но у вас другой же. У вас коммунальное предприятие. Скажите, а когда придет отопительный сезон, в случае, если у нас возникнут проблемы, например, с соседями, это получается уже только наша ответственность, не только наша? Ну, когда мы приходит отопительный сезон, мы начинаем запускать отопление в доме, который только первый год эксплуатируется. Заметьте, первый год, не каждый. Мы сделаем объявление, то есть на тот момент будет оно запускаться будет по стоякам, допустим, там один стояк там кто-то, правильно ли так? Да. То есть желательно, чтобы все были дома. Все там за неделю, с такого-то числа запускаем это. Вы собрались, мы запускаем, ну все, смотрим, чтобы было все нормально. А если не все нормально? Ломаем дверь. Хорошо, а скажите, пожалуйста, если это наше, если это хорошо, а если к тому времени уже, допустим, сделали ремонт, да, то есть потолка начинает капать. Ну я что могу? Или батарея. Ну и как она начнет капать, если там мы перекрывается на этаже, как вот. Скажите, пожалуйста, а вот да, вы говорите, там, что уже была, правильно, там, что уже была проверка, да, была проверка, вы сказали, отопление, правильно? Все отопление проверяли. А это где-то зафиксировано бумажкой? Да, чтобы была проведена проверка, есть да, как бы это, ТРУ, есть документы. Это есть акт на выполнение работ, который подрядчик подписал с нами, что он все работы выполнил качественно, технадзор поставил свою печать, за это отнесет ответственность. И они проверены. За это они получили свои деньги. Додатково ще не воздухом проверять, воздухом проверять, воды там не будет. Міської мережі, тобто всі виконали. Момент по поводу отопления, вот я не знаю, в оранжевом доме, допустим, батареи, которые возле лифта в коридоре, в общих помещениях, украли? Их там нет, их не выбрали. Я говорю, их украли. Я объясняю, ну это же известная история. Вот этот ЖЭК, который из батареи этот дом, мы говорим, вот есть батареи, вам ставить места общего пользования или передать, вы сами будете ставить по мере заселения, ну, как бы, вот, чтобы не разворовали. Говорит, да, мы давайте примем. Приняли по акту прямопередач. Мы передали им батареи. Ну, дальше. Ну, их там нету на месте. Вам хотите поставить? Давайте поставим. Нет, мне сейчас не холодно, я имею в виду подходить. Я думаю, что пока ставить не надо, потому что ваши застроители украдут эту батарею, или его возле вас украдут. То есть потом поставят, да, к сезону, да? Ну, я бы сделал бы так. И даже не передавал бы ЖЭКу, а пока ставил бы их у себя, вы заметили сезон бы их поставить. Также там, если есть вопросы по счетчикам, электрическим, тепловым, все будет выставляться, вот вы будете заходить проверять, чтобы там стекла не разбиты, и говорить, ставьте счетчик, мы поставим. И с этой минуты вы их несете ответственность. Если вы украли завтра, вы украли все у вас. Все счетчики ставят же? Нет. Не, мы ставим. Мы ставим. Ну только вы говорите, ставь, и вы пишите, что счетчик у меня есть. Если надо будет, ой, украли, я говорю, а можно этот вопрос подробнее? То есть кому я это говорю? Ну, через сколько приходит человек? Нет, это вот когда вы приходите к этому человеку, который вы пойдете проверять квартиру, и пишете ему заявление, ставьте счетчик. Он поставил счетчики, и вы пишете, все счетчики на месте. Как бы я делал на вашем месте. Ни в коем случае счетчики отопления не ставил. Взял бы их себе, расписался, что я счетчиком претензий не имею, окей, они у меня есть. Ну конечно, потом взяли и поставили. Потому что если поставить сейчас, их украдут. Если вот на поминке был у родителей, да, и смотрю, вот следующие памятники лежат, ну город Кременчук. Из-под памятника швеллер вот этот, что ставится, то вытаскиваем, и все. Так что мы говорим за счетчик? Вообще святого ничего. А пломбировка счетчика? Они попломбированы. А с электрическим какой-то? Вот это время понятно? А электрическим, мы же подали электричество, ну уже хоть кого-то убьет, если уже помню. Ну, убить не убьет. Там убьет. А такой может вопрос, может, к техникам по поводу, вот, пятый дом, идет силовой кабель,
сторону стройки, вот тут тоже вопрос возникает. Это временный, не временный, потому что сказали временный, уже питание есть, его уберут, но он висит. Просто вопрос в том, чтобы не получилось... Временный. Вот, да, вопрос в чем заключается, чтобы потом не получилось, что мы будем питать строй. Нет, боже, да у вас вы же платить будете по счетчику своему. Понятно, но если будут перенагрузки на стройке, начнут там пользоваться оборудованием. Олег, что это за кабель? Это время там... Что за кабель, объясни мне простыми словами, куда это? Куда он идет? Почему так вообще сделано, почему не сделано? Почему забор прямо в дом стоит? Половина оранжевого дома находится на строительной площадке. Смотрите, давайте сделаем следующим образом. Давайте договоримся после праздника, какого там, Олег, у нас, что за день недели. Я приеду к вам туда на дом, соберемся и посмотрим. По проекту там еще меньше нужно делать благоустройство. Посмотрим, как лучше вам там стоянку сделать. Ну, как-то сделать. Я не люблю, я хочу нам на месте. Или я сделаю все по проекту, тогда не буду ездить. Или давайте соберемся, сделаем так, как вы хотите. Нет, просто вопрос в том, что выходит ребенок, и тут сразу забор и строит, вы понимаете? Я, давайте соберемся, посмотрим. Я думаю, что... Скажите, когда... Скажите, когда... 15-е в понедельник. Понедельник Липинка, а может перед Липинкой? Перед Липинкой, давай часов 10, наверное, да? Или 11? 10. Что, у тебя ничего нету? Липинка полпервого. Типа, а? Полпервого. Пока этот забор только строится, к этой дате он уже будет завершенный. Там под него ложатся массивные блоки бетонные, то есть... Я вам честно говорю, вот слово даю. Если он действительно будет под... Хорошо, завтра что? Четверг? Давайте завтра в 9. Завтра в 7. В четверг в 9. В четверг в 9 часов. Все. А? Да, вместо 15 в 4 в 9 часов. Я буду там. Просто вы можем поймите правильно, у меня дети, у многих тут дети. И прямо забор в дом, понимаете? Я человек, которого нужно видеть, я не могу со слова, это самое. Можно 8 или 9, как вы думаете? Нет, 9 давайте. Я могу 8. Нет, кому просто на работу? 9 часов, все. Четверг, пока не видя, вот абстрактно, идеально ситуация с нашей стороны инвестора выглядела бы, чтобы этот забор находился посередине между этими двумя домами. Вы будете? Да. Я говорю, если это, в этом есть смысл, и это не мешает каким-то моим действиям, я это сделаю. Но я вам обещаю. Даже если это надо будет переделать. Хорошо, спасибо. Ну там бетон есть. Хорошо. Переделать, если надо. Перестанем, да. Не, ну я говорю, так и будет, как вы говорите. Для чего же делает инвестор? Там здание серое, видели, стоит за забором, старое. Его нужно демонтировать. Вот мы его демонтируем, и забор пойдет. Я все расскажем. Все расскажем на вот как все на месте уже давайте. На сегодняшний день, чтобы оградить. А что такое вот слово установили ли уже двери? Там вопрос в том, что установили входные двери, с двух частей не составляют. Но смысл в том, что одна часть, она. Сколько там? 52 сантиметра. То есть ни одна коляска не заедет. Для того, чтобы заехала коляска, надо открывать две двери, понимаете? Ну, это, извините меня, маразм. Да, потому что эти двери можно будет выкинуть через полгода. Правильно? Поэтому обратились и попросили... Демонтировали. А новые ставят? Да. Не знаю, может уже поставили. Может уже поставили. Вот вопрос. Одно вчера и четырех. Ну не поставили. Смотрите, давайте даже интересно сейчас. Давайте к четверу будет стоять. Вот в четверу будет стоять, вот просто на карате. Давайте, да. Все, давай. Ради интереса. Кто ставит? Заберем пись. Вы просто поймите нас понимание, потому что нам там жить. Они бы ты еще сделали, сейчас делают сертифицированные организации. Когда будет сертификат у вас на сайте? Как только получу, ровно через 10 секунд я его выставлю на сайт.
Сколько там только он получает, заскрыл вот тут 200 метров, доехал, сразу бах назад. Потому что это вам надо. Очень. Можно не дожидаясь до конца июня начать вот эти предварительные договора, там, фактически временный акт, там, о том, что ты передавал. Чем быстрее мы заплатим, чтобы у нас были стыдно, даем им Я знаю, когда я смогу это сделать. Я смогу это сделать где-то после 15 июня. Ну, объяснять не хорошо. Есть причина. Я объясню, вы меня поймете. Я вас понял, потому что услышал, что можно заранее будет до 25-го начать уже этот подготовительный этап. Ну да, ну число 15. Я знаю. Это будет исходить от инвестора или от вас? В первую очередь от них. Что? Звонки. Вот нам будет нам звонить? Я вам звонить не буду. Я просто звоню. Киевстрой будет вам звонить много раз. Киевстрой будет вам звонить по поводу доплат. Это отдельные звонки будут. А мы ничего не будем звонить, что касается, будет на вагончике там объявление, и вы можете это делать. Я говорю, числа с 20-го где-то это будет. А результаты замеров какие? Где можно узнать предварительно хотя бы, чтобы подготовиться к финансам? Опять же вам будут звонить. Да, соответствующие люди. Смотрите, что вы сейчас можете делать? Это быстрее. Мы сейчас человека посадим. Там был лучик, если там телефон. Вот визуально. Вы пришли. Мы готовы заплатить. Дали замечание. И ушли. Если вас все устраивает, то дайте. Вот это уже. Просто вы кого-то там не знаете. А если потом до момента после что-то сделает? Получается, что... Может делать. Все нормально. Вот это можно сейчас. Если бы я воевал 3 месяца, перемычку на дверях мы не могли поменять. Там же есть журнал. Писали, блин, все отлично, приезжает трещина на место, на фотографии опять, блин. В рот же, блин, какой. Кто там, Олег, кто запускает будет? 9 часов, будем все.